Летом 2019 года, впервые за долгое время, в Лужском районе наконец были освидетельствованы и открыты 3 базы для стоянки маломерных судов. Также действовало 4 пляжа. А теперь к плохим новостям. Все они ведомственные и недоступны для обычных людей. Преимущественно это базы и пляжи, принадлежащие домам отдыха и санаториям. Освидетельствованных и открытых для всех желающих пляжей по-прежнему нет. Это связано как с отсутствием финансирования для работы спасателей, ненадлежащим состоянием самих пляжей, так и с низким качеством воды в реках и озерах. Практически все они не соответствуют микробиологическим нормам. Тем не менее, на сегодняшний день уже утонуло 8 человек, которые, несмотря на запреты, купались в местных водоемах. Это на 2 человека больше, чем в прошлом году, но статистика связана также с изменениями в правилах подсчета погибших. Ну и пришла новая методика подсчета гибели людей. Теперь, если раньше нам не считали гибель людей только в естественных водоемах, то есть озера, реки, то теперь нам считают пожарные водоемы, а в этом году 2 человека утонула Намшинская в пожарных водоемах. Считают пруды, считают болото, считают, кто-то падает в подвал, тонет. Бывает такое, кто-то тонет в ванной. И тоже как бы нам идет это все в статистику. Купальный сезон заканчивается, и мы надеемся, что больше смертей на воде не будет.